В новом исследовании был специально разработан перспективный метод обработки данных лунного радара. Он помог ученым рассмотреть то, что находится под поверхностью Луны в мельчайших подробностях. Всем привет! С вами Финимор. Исследование, проведенное сотрудниками Американского космического агентства НАСА, помогло раскрыть одну из самых загадочных тайн Луны. Ученые сделали вывод, что на поверхности этого спутника Земли, даже в самых аномальных условиях, может сохраниться вода в виде льда или инея. Одна из самых интригующих тайн Луны. Имеется ли на поверхности этого спутника вода? Недавние исследования показали, что такой вариант не исключен. Радарные сигналы ясно на это указывают. В то же время считается, что условия на поверхности Лун являются слишком экстремальными для воды. Ночью там очень холодно, днем крайне жарко. Вода может замерзнуть в период времени, когда она находится на темной стороне Луны, либо испариться под воздействием жарких солнечных лучей, оказавшись на освещенной стороне. Проведено исследование, которое дает объяснение этому феномену. Ученые обратили внимание на поверхностные тени. Луна густо покрыта кратерами и скалами, создавая шероховатые поверхности, отбрасывающие тени. На фотографиях, сделанных миссией Аполлон-17 в 1972 году, четко видны тени. Астрофизики утверждают, эти холодные тени могут позволить водяному льду накапливаться в виде инея даже в дневное время, когда жар должен его уничтожать. Чуть более 10 лет назад космический аппарат обнаружил возможное присутствие воды на дневной поверхности Луны. И это также было подтверждено стратосферной обсерваторией инфракрасной астрономии София в 2020 году. Как думаете, логично ли это наблюдение? По идее, вода не должна сохраняться в таких суровых условиях. Предполагается, что тени, создаваемые шероховатостью лунной поверхности, могут служить убежищем для водяного льда. Сохранением своего вида ему также может помочь экзосфера Луны – разжиженные газы, которые функционируют как тонкая атмосфера. До недавнего времени считалось, что молекулы воды могли быть захвачены камнем или так называемым ударным стеклом, которые формируются при ударах метеоров о поверхность при экстремально высоких температуре и давлении. Вплавленная в эти материалы вода может остаться на поверхности даже при нагревании от Солнца и будет отражать радарный сигнал, аналогичный зафиксированному аппаратом София. Но все-таки последние наблюдения показали, что количество воды на поверхности Луны уменьшается до полудня и увеличивается во второй половине дня. Это говорит о том, что она способна перемещаться из одного места в другое в течение лунного дня. Делаем выводы. Если вода находится в ловушке внутри лунного камня или ударного стекла, то как же она перемещается? В этом же исследовании данная компьютерная модель была пересмотрена. Было учтено шероховатость поверхностей, и моделирование показало, иней все же может образовываться в небольших тенях, благодаря чему может измениться и распределение воды по поверхности в течение дня. А поскольку мы знаем, что на Луне нет плотной атмосферы для распределения тепла по поверхности, то чрезвычайно холодные, затененные области с температурой до минус 210 градусов по Цельсию могут спокойно соседствовать с участками, нагретыми Солнцем, до 120 градусов по Цельсию. По мере того, как Солнце движется в течение лунного дня, иней, который, возможно, накапливается в холодных затененных областях, медленно подвергается воздействию солнечного света и циркулирует в экзосфере Луны. Затем молекулы воды снова замерзают на поверхности, накапливаясь в виде инея в других затененных местах.
астрономы провели тщательный анализ радиолокационных данных, присланных на Землю китайским луноходом Юту-2, и установили, что на обратной стороне Луны под поверхностью лежит неоднородный, а четырехслойный реголит. Затем команда астрономов из разных стран провела повторный анализ данных лунохода из китайской миссии Чанчжэ-4 с целью изучения обратной стороны Луны. Ранее считалось, что на обратной стороне Луны под поверхностью залегает только однородный слой почвы глубиной 12 метров. В новом исследовании был специально разработан перспективный метод обработки данных лунного радара и помог ученым рассмотреть то, что находится под поверхностью Луны в мельчайших подробностях. В результате теория о существовании единственного неглубокого слоя в районе посадки космического корабля Чанчжэ-4 была опровергнута. Новый метод основывается на изучении радиолокационных сигнатур подповерхностных горных пород и валунов. Он позволяет определять свойства лунной почвы с такой точностью, что приборы распознают ранее невидимые слои и тончайшие границы между ними. Удалось обнаружить 4 таких слоя, которые уместились на глубине 12 метров. Разработанный метод радиолокационной обработки позволил более детально, чем раньше, изучить радиолокационные данные с места посадки Чанчжэ-4. Это открытие имеет важное значение с точки зрения расширения нашего понимания о планетарных почвах. Теперь ученые могут увидеть то, что находится под поверхностью, более четко, чем когда-либо прежде. Изначально предполагалось увидеть однородный слой реголита глубиной 12 метров, как это предсказывало предыдущее моделирование. Источником однородного материала ученые считали расположенный по соседству кратер под названием Финсен. Оказалось же, что исследованный участок обладает гораздо более сложной структурой. Анализ показал, что верхний 12-метровый слой на самом деле состоит из 4 разных материалов, которые лежат друг над другом. Странно, что при использовании обычной радиолокационной обработки данных эти отдельные слои оставались невидимыми. Началась новая эра освоения космоса с многочисленными успешными планетарными миссиями и многими другими, запланированными на будущее. Разработанный метод можно использовать для определения свойств недр с помощью радара. Это позволит находить ранее невидимые слоистые структуры в пределах первых 10-20 метров под поверхностью любой планеты. Как вам новость? Впечатляет? Тогда идем дальше, к новым открытиям. Астроном-любитель Кай Ли открыл неизвестный спутник Юпитера, детально изучая старое изображение. Эти изображения получены с помощью различных наземных телескопов. Впервые Луну Юпитера удалось открыть любителю. Название данный объект может получить только после подтверждения о его существовании независимыми наблюдателями и включения в соответствующий каталог. Этим сейчас занимается Международный астрономический союз. Открытый объект может стать 80-м по счету известным спутником Юпитера. На самом же деле, по выводам специалистов, вокруг этой планеты могут вращаться даже не десятки, а сотни неизвестных науке спутников. Юпитер обладает мощным гравитационным полем, которое позволяет ему захватывать различный космический мусор и удерживать его на своей орбите. Многие признанные официально лунными Юпитера объекты включены в специализированный каталог. Это небольшие космические камни, обладающие необычной формой. Они вращаются в направлении, противоположном вращению самого Юпитера. Такие вращения называются ретроградными. Известно, что группа объектов движется вокруг Юпитера с экстремальным наклоном относительной плоскости орбиты этой гигантской планеты. Всего в эту группу включено 22 луны. Это самая большая группа лун Юпитера. Средний радиус этих спутников составляет 23 километра. Астрономы считают, что и вновь открытые объекты будут включены в эту же группу. Эти сведения
были собраны исследователями из Гавайского университета с помощью 3,5-метрового телескопа. Кай Ли обратил внимание на изображения, полученные в феврале 2003 года, когда луны были наиболее яркими. Затем Ли изучил наблюдения японского телескопа Субару. Это позволило вычислить орбиту, движение объекта и доказать, что оно связано с гравитацией Юпитера. А сейчас немного о Роскосмосе. Роскосмосом была создана лунная программа. В ближайших планах отправка на Луну двух посадочных станций и одной орбитальной. Луна-25 должна отправиться с космодрома Восточный к спутнику Земли и приземлиться уже в 2021 году. Орбитальную Луну-26 планируют запустить в 2024 году. Еще одну посадочную, Луну-27, в 2025 году. После 2028 года, когда должны начаться по плану испытания сверхтяжелые лунные ракеты, планируют высадку космонавтов на Луну. В России уже начато производство первых модулей перспективной сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей». На авиасалоне «Ля Бурже» в июне 2019 года головной в Роскосмосе институт-разработчик СНИИ МАШ представил концепцию российской лунной исследовательской программы. Отмечалось, что первая высадка человека на естественный спутник Земли намечена на 2030 год. Космонавты проведут эксперименты на поверхности, прикладные научные исследования. В этот период на поверхности также будут работать автоматические космические корабли. В планах регулярные миссии на Луну и развертывание постоянной лунной базы. Ее намереваются развернуть к 2035 году. А во время регулярных миссий на поверхность естественного спутника Земли будут доставлять и вводить в действие ретрансляторы, энергетические модули, роботизированные системы. Эскизный проект сверхтяжелой ракеты-носителя для полетов к Луне был одобрен в конце 2019 года. Она создается на основе блоков ракеты-носителя «Союз-5» и по расчетам должна иметь грузоподъемность 88 тонн, чтобы обеспечивать вывод пилотируемого транспортного и грузовых транспортных кораблей на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций. Начало летно-конструкторских испытаний намечено на 2028 год. В России ведутся разработки с целью создания космического буксира с ядерной энергодвигательной установкой и как вариант атомного энергетического модуля для обеспечения работы лунной базы. Как было отмечено в договоре на разработку аванпроекта такого аппарата, он, в частности, может быть использован для поиска на Луне полезных ископаемых. Ждем новых открытий и новых полетов. Если вам была интересна данная тема, ставьте лайк. А кто не подписан, подписываемся, чтобы не пропустить много интересного. В комментариях жду ваши размышления и прогнозы. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.